боевые искусства здоровья сберегающей технологии. Сегодня мы вам покажем некоторые упражнения, которые можно использовать в учебно-тренировочном процессе. Дзюдоистов, самбистов, каратистов, айкидоистов. В общем, и вообще применять это постоянно всю вашу сознательную жизнь. Для того, чтобы вы были плоды и веселы, как говорится. Вот. Хочется поблагодарить Олега Владимировича за оказанное доверие нам. Нашей обычной жизни. Мы спиной мало ходим, поэтому желательно практиковать это постоянно, движение спиной. Оно развивает совсем другие части головного мозга, а для тех, кто изучает единоборство, боевое искусство, очень важно передвижение спиной. Руки перед собой, понимаете, что, да? Хорошо, давайте еще раз. Внимание.
хорошо. Ребята, я вот сейчас вам сказал, что мы что делаем? Внимание на ноги сейчас уделяем. Чуть шире плеч и опять ширина плеч. Это очень важно. Просто внимание на это. Можете посмотреть. Сейчас другим боком тоже. Почему? Что у нас получается? Запоминаем для себя. Если мы делаем разворот через живот, то на разворот через живот указывает у нас пальцы. Направление ног указывает разворот. Это самое простое понимание. Так, еще раз. Первое. Не туловище разворачивается. Тогда у нас идет нагруз на замедленный сустав. Совсем здоровье сбережение. Поэтому сначала у нас разворачивается. Я пальцем указываю разворот. Тогда спокойно. Теперь попробуйте правое плечо вперед. Левым сюда шли в другой. Пальцы указывают направление или живот разворачивается. Можно поднять руки, представить, что это правильно. Разворачивайтесь.
тебе очень хорошо получается. Скорее всего, вы это делаете в своем тренировочном процессе, но не совсем осознаете, что у вас это происходит. Но если вы будете максимально внимательны, то в случае выполнения какого-то физического действия при правильной установке ног у вас будет меньше травм. Итак, если вы делали левую, то сейчас вы делаете попробуем правую ногу. Да? То же самое, лучше прибавить перед собой. Поэтому не торопитесь и обязательно вытягивайте себя.
сделали вот так. Вот так. Вот так было так закрывается. Хорошо, мате. Итак, давайте еще посмотрим, на что обратить внимание. Тайром. У нас движение происходит приставным шагом. Заметьте, приставной шаг идет. Вперед. Пока не сохнуты, пальцы не сохнут. Почему рука у меня идет сначала вниз, потом в серединку, потом вверх? Кто угадает?
есть предположение? Значит, мои действия рукой указывают на три уровня, которые есть в человеке, три уровня, которые выполняются в технике приема. Я в голове все время прорабатываю эти три уровня. Первый уровень – это нижняя часть тела, средняя часть тела, верхняя часть тела. Все техники приема дзюдо, йога, карате, самбо, кого хотите возьмите, есть техники. Нижние, которые задние. Есть техники средние, где работаем идет корпус. Есть техники верхние, где работаем идет головы. Поэтому это действие для меня как подсказка, что я могу внизу делать, что я могу в середине делать, что я могу. Ну а с точки зрения здоровья, сбережения и гимнастики, это еще и хорошая разминка. Мы вытягиваемся назад. Пальцы не сгибаем. Почему? Потому что наша вся деятельность с борьбой всегда в таком положении. Захваты. Надо, чтобы немножко руки не сгибали. Массаж поэтому мы вытягиваем. Плюс, послушайте внимательно, плюс очень важный. Это очень важно. Если я иду к своему партнеру вот так, для того, чтобы взять захват, мне нужно приблизиться к нему, раскрыть руки и потом взять. На это уходит полсекунды или так, доли секунды. Но этого достаточно, чтобы партнер работал. Поэтому если я руки держу вот так, если я так держу, я приблизился к захвату. С точки зрения удара, может быть, это хорошо. С точки зрения захвата, я не могу. Спасибо.
Встаньте парами, попробуйте один, второй по несколько раз. Находите расстояние, место.
Хорошо, Мате. Давайте, ребят, подойдите сюда, сядьте на коленочки. Сядь за. Я сейчас вам кое-что еще покажу. Мы попробуем с вами завершить все это упражнение. Значит, смотрите, что у нас происходит? У нас происходит так. Один делает усилие, второй забирает это усилие и переводит в свое усилие. То есть получается так, что он отдает мне свою энергию. Это один из принципов всех упражнений любых боевых искусств. Я не использую свою силу, а использую силу партнера для того, чтобы приложить свою силу, и наша сила стала еще больше. А в глобальном масштабе это означает так, что если вместе мы соберемся и что-то будем делать, то совместными усилиями мы сможем сделать гораздо больше, чем я один. То есть всеобщее благополучие, так называется. Итак, что мы сейчас делаем? Я двигаюсь в сторону партнера. Партнер перехватывает руку и чуть-чуть начинает вытягивать меня в сторону. Я делаю один шаг, второй, становлюсь спиной, мне захватываю вторую руку и прогибаю руку назад. Понятно? Еще раз так. Я с другой стороны. Thank you.
Мате, ребята, садитесь. И сейчас я сделаю с вами завершающую фазу этого первого упражнения. Все-таки я как-то шел сюда, думал сначала больше показывать, меньше рассказывать. Но я так понимаю, что рассказывать все-таки надо. Итак, что я хочу показать через это упражнение. Первое, что в этих всех упражнениях заложены основные механизмы всех существующих техник дзюдо, айкидо, самбо и вообще нашей обычной жизни. Что это значит? Это значит, что мое действие происходит только тогда, когда против меня есть какое-то другое действие. Если дерево падает у меня, тогда я начинаю от него отходить. Если я смотрю, что дерево падает мимо меня, и его ветки падают мимо меня, тогда нет смысла мне куда-либо бежать. Я должен определять обстановку и действовать согласно обстановке. Если муха летит мимо меня, зачем куда-то бежать? Нет смысла. Так, это раз. Во-вторых, есть передвижение. Мы с вами двигаемся. Вы здесь увидите, что вы отрабатываете перемещение тела в пространстве, что тоже для профессиональной спортивной деятельности очень важно. Мы двигаемся влево-вправо, вперед-назад. Здесь же вы увидели, есть захваты, которые мы держим. Но это первое упражнение. А есть еще 14 упражнений, в которых вы увидите потом, когда захотите изучать другие формы захвата. Поэтому вам будет это очень полезно. Теперь вы увидели, что мы с вами все время вытягиваемся. Мы вытягиваем позвоночник. Потому что мы все время с вами как боремся, да? Но в основном. Такой позиции. Есть скрутка, есть перекрутка. В этом случае мы восстанавливаем свое тело. Мы если сделали рандори, а потом сделаем 2-3 минуты вот этих упражнений, мы восстановим свое тело. Мы станем сами себе проведем реабилитацию, понимаете, через эти упражнения. И не надо будет нам как доктор. Мы сами знаем технологии, которые дают нам возможность реабилитировать свое тело, которое получило определенные нагрузки. Теперь завершим первое упражнение полностью. Я попрошу Владислава. Есть такое понятие. Круговорот воды в природе. Знаете? Слышали? С точки зрения ката здесь то же самое. Круговорот упражнений. Мы сейчас покрутимся с Владиславом. Итак, первое мое действие. Владислав делает свое действие, я делаю свое действие. Владислав меня поймал. Теперь я делаю разворот спиной. Попробуйте.
Ну, давайте на канал попробуем. Я не знаю, сколько он, я тут очнулся. Это было, ладно, он тоже не галяется. Короче, давайте сначала. Thank you.
сейчас покажем вам финальную точку, и на этом я закончу свое выступление и передам слово Станиславу Макарову. Итак, смотрите, что происходит. Я немножечко маленькие секретики, секреты всех этих упражнений рассказал вашему преподавателю. Кто-то здесь собрался, я тоже услышал, вы потом можете их посмотреть. Мы так можем вращаться сколько угодно. Я развернулся. Но когда же все-таки надо делать остановку, вот она загружает. Значит, когда мы уже покрутились несколько раз, и я хочу еще продолжать вращение делать, то мой партнер делает финальную атаку. Он не дает мне разворачиваться. Как это выглядит? Посмотрите, я хочу развернуться. В этой позиции я никуда не могу. Полностью сейчас покажем. Thank you.
Хорошо. Уважаемые слушатели, на этом я свою лекцию заканчиваю и передаю слово. Во-первых, я хочу поблагодарить вас за внимание. Конечно же, за все занятие невозможно досконально рассказать, о чем я хотел сказать и показать. Но, возможно, вы что-то ухватили, и это как бы искру в вашем сознании для того, чтобы вы начали это потихоньку сами копаться. Копать в книжках, в литературе, в интернете, где-то и рыскать, и развивать свое мастерство, и улучшать свою технику, улучшать свои знания для того, чтобы наш организм был всегда здоровым и веселым. Вот. Потому что без здоровья, даже если у вас мечта стать олимпийским чемпионом, нельзя. Нельзя стать олимпийским чемпионом, если вы поскупили свое здоровье. Поэтому мы говорим о том, что выполнять упражнения надо с мыслью о том, что они должны быть экологичны, безопасны для вас и для вашего партнера. Потому что если вы всех партнеров своих шатаете, как говорится, да, то, соответственно, не с кем будет вам заниматься. А олимпийскому чемпиону нужны помощники. Спасибо вам за внимание. И я хочу пригласить Владислава Макарова. Пожалуйста, он продолжит нашу беседу. Все устали, линию построить. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15,
Thank you.
Хорошо, мы вас закончим. Все, Продолжение следует...
Давайте попробуем. Ну, втроем, вдвоем. Пробуем.